Одно из крупнейших российских предприятий по производству колбас и мясных деликатесов построит в Ивановской области животноводческий комплекс. Компания «Дымов» откроет в поселке Петровский свиноферму закрытого типа. Сумма инвестиций около 2 миллиардов рублей. Это самое большое вложение в отрасль в истории региона. Проектная мощность позволит производить до 10 тысяч тонн свинины. Все отходы будут обеззараживать и преобразовывать в органические удобрения. На первом этапе планируют создать 200 рабочих мест. Специально поехали в Петровский, в село, где, собственно говоря, недалеко от которого, в 2 километрах, мы планируем. И как раз жителям показали на фотографиях уже построенного аналогичного комплекса, что это такое сегодня. Там даже уже профессии по-другому называются. Это операторы. Это люди, которые там ходят в халатах. Это современный компьютеризированный завод. То есть его даже уже нельзя назвать фермой. Это действительно современный компьютеризированный завод.